сразу навали на это бедло. Что угодно навали на это бедло. Ты не можешь этот бит оставить чистым. Так. Так вот, бизнес-план для бота в Телеграм. Так. Ты скачиваешь в Телеграме аудиосообщение, а тебе приходит на какую-то тематику. Ты его на громкой связи включаешь. Ну, там тёлочки голос, типа, дорогой, я уже вся горячая, жду тебя, типа. Ну, когда писал гитару в микрофон, я просто в момент орал от того, как охуенно он играет. На вайбе или пиздец. Расскажи, как ты провел зиму... Ха! 2017-18. Мои ребята очень сильно меня поддерживали. Мы сейчас дождемся свободу. Окей. Ночью. Расскажи об этой истории. Мне дали то, чего ты голубой. Ты не выводишь этот бит толпой. Ты потерялся на легенды толпой. С нуля до спрятал я, до сна бранзбой. Я врываюсь в эту суку, словно так не надо. Я накидываю манчи, ты гадаешь, ахи надо. Я не раздуваюсь, но ты на стоп, лома папа дома. Словно клапан, словно на поддонок. Это все часть игры, верно?